И всем привет, с вами снова Тейк. И, короче, мы сейчас будем играть в Bed Wars. Мне чуть подлагивает, сейчас я быстренько все исправлю. И мы начнем. Кстати, ребятки, это новый сервер. Теперь я буду на нем всегда играть. Тот сервер читерский, не играйте на нем. Ну, не рекомендую. Не лагает, но этот вообще читеров много. Ненавижу читеров. Вы любите читеров? Я ненавижу их вообще. Не переношу. Играть по-честному не умеет. Вы тоже так считаете, да? Это сервер, если не ошибаюсь, Masset World. Да, Masset World. Ссылку оставлю на него в описании. А я пошел дальше лутаться. Так, ребята, ну я уже на центре. Опа-опа. Зеленый, смотрите, какой хитрожопый. Ничего, мы его сольем, у него палка. Да у него сильная палка. Ух. Мочи его. Вот черт, меня слили. Месть. Вот черт, меня этот зеленый доконает скоро. Вот черт, о черт. Мне осталось вот так убить. Меч. Всё, черт. Ну иди ж ты где. Иди сюда, урод. Мы тебя убьем сейчас. Подписчики, ставьте лайки. Я его замочил. Найдем, погнали его искать, чертилу эту. Вон он, ребята, вон, видите, вон эта тварь. Да заколебал, задрал, тупой я какой-то, блядь, играть не умею, сори за маты. До респавна одна секунда, вот черт, он мой кровач сломает. Черт, что он хочет сделать, ты ёпт. О, черт, он мне сейчас кровать сломает. Ну, походу, да, в этой серии нам не повезло. Серия еще завтра выйдет. Как мне его кокнуть-то? Мне его надо кокнуть, серьезно. Черти. Где я? Дебил, что ли? Долбоящер. Натурально, он надо мной издевается просто. Мне его не кокнуть. Со своим-то мечом. Марат. 0.70. С Казахстана, что ли? Шлям, Марат. Марат, не бей меня. Марат, Марат. Нет, не бей. Сука такая. Я ж до тебя достану, такая ты. Чё ты, а? Я ж практически профессионал. Надо его кокнуть. Если мы его кокнем, все, мы выиграем, ребята. Читаю. Зажимаем. Бомбит. Ну, хоть и не читер, честно, игрок, но все равно бомбит. Ты где? О, ложка, ты откуда взялась? Короче, сразу бьем. Ты где? Иди сюда, кокличек. Хотя бы он не... Да задрал. Как мне его убить? Чья ему броню сломал? Нагрудник. Жестко, да? Сейчас мы его замочим. Ребята, я проиграл. Он все-таки сломал мою кровать и грохнул меня. Ему, наверное, надоело. Ну, наверное, все. С вами был я, Тейк Хав. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых серий. Всем до встречи. Всем пока.